Жить значит смело сражаться, друг за друга всегда держаться. Сражаться значит дружно жить, а не по волчьи на луну выть. Когда все для меня пропадет, я буду найден и будет внедрен. Мой сокольный друг, будет ли восстание, не знаю, но в душе не желаю его. Прольется кровь, чья-то кровь, и какая разница, твоя или его, или моя. Но опухоли вырезают, при этом без крови не обойтись. Если опухоль не резец, то она будет разрастаться. Организм при этом будет чахнуть и чахнуть. И будет тогда не жизнь, а Юрия до полной аномии. Организм умрет, а вместе с ним скуконится и омертвеет опухоль, виновница смерти. Ржавой пилы до полной анурии. Я знаю, чего не хотел, то рядом, возможно, их не знаю. Посмотрите на меня, для меня нет надежды. Нет надежды на то, что есть какая-то надежда. Для меня уже надежда бесполезна, она болезненна. Я не хочу прожить остаток своей жизни, пытаясь поймать собственный хвост. Понимаешь?